iPhone X выжил после 2 недель в реке. Видео снял блогер канала Man River, который достает со дна реки в Далласе различные предметы. В сети было опубликовано видео, снятое ведущим YouTube-канала Man River. Мужчина занимается поисками различных предметов в реке в Далласе. На этот раз ему посчастливилось найти там iPhone X, об этом пишет Phone Rene. Блогер достал iPhone со дна реки, после чего разобрал и высушил феном. После этого он включил гаджет, и он заработал. В итоге он смог отыскать хозяйку устройства. Выяснилось, что смартфон провел на дне реки около 2 недель. При этом гаджет защищен от влаги по стандарту IP67, который гарантирует погружение в воду без последствий на 30 минут, однако не на 2 недели. Ранее сообщалось, что блогер рассказал о способе, который поможет убить любой iPhone. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.